Денис, Антон та Максим. Вибір, який друзі зробили заради сцени легендарного шоу, знайомі у рідних жовтих водах інакше як безглуздим не називають. У нас був на п'ятий курс поступлення. К сожалению, у нас не получилось приехать на экзамен. Потому что, к счастью, остались на X-Factor. Потому что, к счастью, мы остались на X-Factor. Институт стоит, он будет стоять, и можно закончить его. Ну, а X-Factor — это тот шанс, который, возможно, будет один раз. И мы пытаемся как бы вырваться, пытаемся удержать тот шанс, который у нас есть. И, возможно, у нас это получится. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Так, ну сделайте все, чтобы я порадовалась за вас. Хорошо. Хорошо? Да. Прошу, ребят. Жду вас после выступления. Ну, вон они идут. Здрасте, дорогие друзья. Заходите. Добрый Здравствуйте. День. Здравствуйте. Добрый день. Так, как настроение? Хорошо. Замечательно. Скажите, Леша, кто вы? Откуда? Алексей же вас впервые видит. Мы приехали из Желтых Вод. Это Днепропетровская область, Украина. Там урановые рудники у них есть. Ага. Но мы не светимся. Ну, если хорошо выступите, засветитесь. Дай бог. В переносном смысле. Да, надеемся. Давайте, мы с удовольствием вас послушаем.